что я ничего не пропустил важного такого в чате. Дарксовался, рассердил. Ты хоть про таргет-то знаешь? В таргет врагов брать можно, нет? Так, ну чё? Собачки. И чё, они на нас нападут или убегут? Гу-гу-гу-гу-гу. Ро, бить нах отсюда. Ведьмак 3? Ясно, понятно. The Bash. Кто еще хочет есть? Я. Нет, ребята. Отдохнем, когда доберемся до радиовышки. Съебись. Литосы. Уж какие-то выдуманные группы пошли, по-моему. Так, ну кирпич мне не нужен. Стоп. Стоп. Шо это? Можно с горки скатиться? Не? Ну ладно. Так, и чё? Да, похоже на то. И как их искать? Я знаю одного человека. Это мой брат. Он был цикадой. Насколько я знаю, он в Вайоминге. Доберемся туда, найдем его, а потом и цикад. Ну что, вы с нами? Ха, по-моему, отличный план. Ну, тогда в связи с этим возникает вопрос, куда дальше-то, ёпта? Через дом, что ли, вот этот, не пойму. Потому что выход есть с другой стороны, я его просмотрел. Ну да, так и есть. Цикада — это группировка. Которую, типа, винят в распространении вируса. Но, возможно, это не так. Надо же кого-то винить. И запертая дверь, казалось бы, мелочь. Кто-то забыл запереть дверь, и в лагерь ворвались чудовища. Мы перебили всех, кто проник внутрь, и написали предупреждение снаружи. Со мной и Сьюзан, и двое детей. Насколько я знаю, больше никто не выжил. Мне приходится силой удерживать Сьюзан, чтобы она не побежала туда к трупам. Слишком опасно. Ее дети погибли, и я даже не знаю, что ей сказать. Я уже давно хочу сдаться, опустить руки и подчиниться воле обстоятельств. Что может быть легче? Но я не могу. Слишком сильно верю в человеческую природу. У нас еще есть шанс. Шансы. Мы можем выжить. Я должен быть сильнее ради нее. Ишь. Ишь какой, блядь. Элли! Я вроде нашел твои любимые комиксы. Вроде. Вот это зёпа. Нихера себе. Носитель информации. Ну ладно, носитель информации. Первый этап испытания нуль полевого прыжкового двигателя Даниэла увенчались успехом, но потом связь с пилотом была утеряна. 46 стандартных часов спустя он вернулся преображенным, принес послание, которое начиналось со слов «Мы странники». Лутать. Какой дом большой-то, ёпта мать. 8-21-36. Похоже на пароль от сейфа. Ну, вроде бы. О, стрелы, ядрить. Чуть не пропустил. Так, а у меня жизни желтые. Может мне полечиться? Давай.
А, птичка. Где тряпку я видел только что? Где ты видел тряпку? Хорошо. Ну куда проверим? Смотри-ка. Да. Действительно, пароль от сейфа был. Ха. Так уж мне тут. Жизла, блядь. Элли, затяни. Вот, что это? Что там? Да. Эй, Сэм. Осторожней. Да, да. Ладно, я... О! Черт! Теперь ты. Ладно. Бросить? Ага. Ух, ну ты, я что-то их растратил половину. Повезло! А вот и нет. Просто повезло. Не дают. Иди отсюда, задавака. Вот так. Тьфу. Ужасно. Ну, ничья. Не-не, ты... Овечки никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки. Кто нас спасет? Спасите несчастных овечек. Ми-ми. Привет, Сон. Спасибо за фоллоу. Кто не спрашивал, ничто про сюжет, блять. Зачем какие-то спойлеры кидать сразу? Что бы это ни было. Эх. Молодежь. Черт! Чертов снайпер! Блин! Видели откуда? Откуда ты с улицы? Ладно, сидите тут. Нет! Никаких но! Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Эй! Аккуратней! Далеко ли вы собрались? Где он? В доме засели! А ты не спрячешься! Ух ты нахуй! Красавчик попал, прям вообще молодец. Блять, это еще кто? Я думал, он там один. Горе ясно, чтобы не погасло. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, это все, да? Все мои патроны. Отлично. Ай, блядь, сраный, сраный. Так, он где? Он в горелых развалинах! Ага. Ёх, пацаны, здорово! А вас что так много-то? Так, хорошо, хорошо, я понял вас. Я понял вас, мужчины. Вали отсюда, козёл! Чё это? Уу! Кей. Нету. Так, где вы? Вовсе сныкались?
Да поняли они уже. Живой еще там? Кто там? Да че здесь с прицелом-то, алло? Так, ясно, понятно. Плохо спрятали! Чего, блядь? Я сейчас выйду, блядь, ты у меня нахуй упадешь сразу. Это, блядь, клуб. Тивши, урод, блядь. О, где же вы? А ты где? Как ты так стреляешь? Объясни мне, блядь. Целится прямо, короче, пуля влево летит. Здорово. Прятки решили поиграть? Да. Ух ты, мать твою. Найди! На всякий случай, вдруг выжил. Я что, всех троих, что ли, положил? Серьезно? Этих же трое выбежало из дома. Ебать. Серьезно? Ну где ты, козлина, стрелял он в меня. Ты где? Козлы, блядь. Цып-цып-цып-цып-цып. Цыпа-цыпа-цыпа. Где ты? А, вот ты где, блядь. Ну, здорово. Оп!
Ох, мать, здорово. А теперь моя очередь. Вот, тихо, спокойно. Дерьмо. Да нахуй. Куда лезешь? Куда лезешь? Где ты? Чё ты там? Кусок говна. Тихо. Дай тебе в ногу. Где? О, блин. Нет, нет. Ну же, Генри. Да ну уёбывайся оттуда, алё. Колесам, да? Ух ты, ёпта. Не-не-не, дружище, не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мать! Ой, как промазал-то. Давай, нормально, ага. Тебе? Ой, как не попал-то, что-то... Живой что? Да, как так? Да как так-то? Алло! Кажись, сука. Да ёпта! Попал. Че, вы смылись, нет? Я вам в дырочку попаду, блядь. А, сука. Вылезай. Твою мать, урод. Ха-ха-ха! Урод тупой. Будешь знать. Будешь знать, говно. Черт! Вот это жесткач! Ты в порядке, Сэм? Я в порядке. Спасибо, Джоэл. Глянь сюда. Все, разобрались. Пора валить. Вот так. Сэм! Генри! Блин. Сэм, ты молодцом? Я в порядке. Точно? Да нормально все. Пошли, пошли! Кто это? Идем! Чё это, кто это орёт? О, бежит, ёпт. Не бежит. Э! Ты щелкунишка, блядь. Нахуй. Да я ниже не могу. Я могу уйти-то, ёпта. Нет, 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 нет. Валим. Господи. Ты живой? Пока да.
Никто не ранен? Нет. Все целы? Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Пошли. Валим, 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 валим. Догонишь ты? Нет, правда. Там была кастрюля, да? В день рождения. Он в нее стрелял, Томми преломлял. Одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто, очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет-нет, Элли, это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Я все еще жду, когда он извинится. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Не люблю. Тебя Генри прислал? Транспорт. Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. То один голос у него, то другой. Ну, странно. Спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... Чего говорим? Фасоль? Например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще... Они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да. И у меня. О! Я чуть не забыла. Сейчас отдам. Трансформерс! Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно. Я спать. До завтра. Человек укусил пчелу. Сказал Кайди привет. Привет, Кайди. Все не сказал. Что там борщ какой-то у него, нихера себе. Эй, пахнет вкусно. Крысятинка. Доброе утро. Где Сэм?
Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился! Ты ебанат, что ли, блядь? Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Господи! Сэм? Ну нет. Сэм! Генри! Элли, замри! Генри! Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто. А мы-то что? Это все ты. Генри. Генри, нет. Господи. Интересно, там выбор был, потому что они оба, их обоих повалили. И я как бы не в курсах. Есть какой-то другой вариант развития событий был. Осень между делом. Округ Джексон. Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Нервничаешь? Сам не знаю. Ну да, я говорю, что я вроде бы спас старшего. Ой, 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 куда побежал? Вот тебе и дорога. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Давай. Все, Леня опять ник сменил. Осень, все-таки. А что у вас произошло? Ты о чем? Вы с Томми не вместе. Значит, что-то случилось? Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь больше никогда не увидеть твою рожу. Ого. А он миленько. Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Там у дороги. Там у дороги. Гидра кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Спасибо, Кайри, за хост. Скалы не работают все равно сейчас. Вот так. Ох, ёпты! Это что такое? Это какой-то... Это какой-то что? Кто? У меня настолько много патронов. Тут пятерочка лежит аж.
Ты я это увлекся походу в предыдущий этой. В голове. Нет, зомби это зомби. Это просто. Ну, это полпути. Если поднимем вторую часть, переберемся. Эх, нырять опять. Жди здесь. Что-нибудь придумаю. А тут можно нырять? Не похоже. Не вижу нигде ничего, что можно было бы схватить. Бля, там росомаху не делают. А, я дальше не могу плыть. Могу просто перелезть вот тут. Что-то я ничего не вижу. Где, ну здесь по-любому, блять, ты угораешь, а что до этого нырнуть не мог? Что не так-то? Тихо. Где? Да ну где? Я ж видел. Потонуй сейчас. Ты плыви, дебил, блядь. Всплывай. Да ты, блядь, плывешь, нет? Да, да ну повернись ты хоть как-нибудь, ты, ёпта мать. Да, ну, конечно. Хорошо, ладно, давай еще раз. Марка. Как ваше... Да. Так, Элли, тебе нужно... Знаю. Там, значит, не до этого. Марка! Ну. Давай, попробуй. Осторожнее с этой штукой. Ладно. Мы команда. Ага. Дал петюлю. Нормально, нормально. Ты спросил список команд. Вот тебе и дали команды. Какие тебе еще надо? Это полный список. Знаю, мне тоже. Увижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Если помру с голоду, ты виноват. Хорошо. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод. Че? Карта электростанции. Да, это нам очень помогло, сейчас прям пиздец как. Ебал, у него руки загребущие, он просто... Он просто, знаешь, лутает и лутает.
Эль Диабло. На Диабло, но красиво. На Диабло, но умно. А ну стоять! Пусть девчонка опустит оружие! Ну! Элли, делай, что говорят. Ладно. Вы что, заблудились? Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми? Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну покажись хоть. О, жених, блядь. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. Мэм, спасибо, что не пальнули. Было б неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Жена. Ты Элли? Да. Куда путь держишь? Это долгая история. Идемте все под крышу. Да. Голодные? Ужасно. Блять, с этой винтовкой, как с ребенком. Ложная тревога! Ручку, блядь, таскать. Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Если налеты? Тихо. Так вы чё? Вы ч... Колгон? Ты сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть. У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне. Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Уинстон, что-то знакомое. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Я тоже хочу погладить. Ну, пошли дальше. По-моему, ей не понравилось. Эрл? Да? Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Лошадь по зёбке Ичи бы оценила? Не знаю, не знаю. Ну чё, мы тут, слышь? Или мне с ним надо? Ай. Мария. Слушаю. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Джоэл. Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет ток. Пускай идите. Мальчики посрутся очередной раз, да? По-любому, может быть, посрётесь. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю, а кажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе, дома. Почти все наше добро пропало. Почти все. Вот. Вполне нормально, хоть и выцвело. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми. Надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем.
Мне кажется, он сейчас походу начнет прям создавать. Ну, так что ты хотел? Да. Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечить. 20 семей здесь? Помню. Рациональные люди. Начать цивилизацию заново. А хуй бы нет? Невозможно. А вот у нас получилось. Собей, все равно турбине кранты. Не, я слишком много времени потратил. Хоть кто-то, блядь, головой думает здесь. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда под топ. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. О, песик. Привет. О, Молли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Хорош песик. Ты в игре? Или с улицы? Шо ты насвистывала сейчас? Эти гении восстановят электростанцию. Взорву гению. Ну чё, если вас тут поворую? Да? Молодцы. Работали. Я так не говорил. Ставлю $1,000,000, заработаем. Ага. Ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. Просто такой невзначай со стола. Нихера у вас тут система. Инженеры, бляха. Да, хорошо. Тони, все готово. Так, еще одну секунду. Все, готово. Готов? Давай, жми. А мы-то здесь зачем были нужны? О! Черт побери! Получилось! Мы приносим удачу. Похоже. Отлично! Кто-нибудь сообщите Марии, пусть порадуется. Видишь? Потрясающе. А ты проспорил 2 миллиона. Ладно, Джо. Поговорим. Ебамся тут. А вас тут комнатуха. Мы все получили здесь второй шанс. Ну да, чтобы посмотреть, как все пойдет не так. Парни. В итоге, да? Ничего не в Бостоне. Такой ночь самец. Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну? Выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она да при мне ты. Вдохнула столько спор, что хватило бы 10 рым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да
Что это за хрень? Черт, на нас напали. Что ж напали? Не разучился? Черт, бандиты! Бандиты? Серьезно? Вот это что? До свидания. Ну где там эти ваши бандиты? Ну нахуй, через светильник. Где там бандиты-то ваши? Чё-то не вижу. И это чё-то... Чё? Кого стреляете? А, пойдём. Здорово. Я это слышал от более лучших лжецов. Тебе конец, говорит. Ой, труба. Возьмем трубу. И это возьмем, и это возьмем. Все слутаем, пока никто не видит. Пока никто не видит, все лутаем. Воруй. Кто это сейчас пизданул? Кто это? Вот это? Ты что? Нахуй пошел. Жив, что ли? Опа-опачки, опа-опачки. Как так-то? Мордобой! Нормальный там чувак. Видите что-нибудь? Мы их видим. Идем к мосту. Бандиты хотят проникнуть внутрь. Выбраться можешь? Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Они здесь. Эй, не прячься. Мария, проклятие. О, блядь, патронов-то нету. Топор? Я топор видел? Их нахуй. Пацаны, так, тихо. Сука. Мы уже закончили. Само собой. Слышь, ты живой, что ли, блядь? Чё-то там у тебя ещё голова-то сделана, алё. Так, пойдем. Уи! Я подойду, блядь. Я сейчас подойду, у меня сейчас приедете все. Это чего такое? Хедшот? Чё ты пиздились? Здорово. А ты чё томился-то здесь? Это платишь. Я как будто в ресторан зашел и по счету не расплатился. Ты заплатишь. Да, я бегу. Джоэл, действуй. Кто? Чё? Где? Чё, Джоэл, действуй. Вот врач не можете? И сюда! Иди, чёркис, блядь. Блядь, ты живой, что ли? Ваншот ещё и топор, мне нравится. Чё у вас, блядь, голова, алё? Вы погибли. Томми? Мария! Я цела! Элли со мной! Поели хоть!
ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, да. Они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? О нас. Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду, скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Ё-моё, куда? Что, блядь? Она только что ускакала. Вернись назад, хоть убраться поможешь. Ладно, осторожно. Сперла коня, ну ты даёшь. Ну? Я удивлен, что, блядь, обучения никакого нет в игре, абсолютно. Как будто я, блядь, играл уже. Нет, то есть они мне даже вообще кнопки не говорят, какие нужно нажимать. И типа интуитивно, сам иди догадывайся. Что на коне скакать? Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. А это как перепрыгивать? Вот сам? И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Да-да-да-да, шевелись, платва сейчас будет этим-то голосом. Шевелись, платва. Сюда она не пошла. Вот, дорожка нормальная. Ну, что-то голос знакомый. Да. Вот, следы. Ну, пошла. Ну, пошла. По-моему, это из Ведьмака взяли просто и все. Сука, ты меня не видел. Сколько их там? Да хрени. Да хуя. Судя по всему, да? Обойди их, я прикрою. Джос Видон. Ты что, блядь, подойти решил? Совсем ебанулся, что ли? Ой, да ладно, давайте мне каждый раз доллар. Только я услышу такую фразу. Ты за это заплатишь? Где вы? Не вижу вас. Вот. Достали, блядь, эти бандиты ебанутые. До свидания. Да, посуп сломался. О, здорово. Ну, пока.
Это наши? Слышь? Иващенко, блядь. Прикурить он мне даст, блядь. Голову покажи, сука. Чего? Я, бля. О, сука, догоню, мерзавец. Сука, ты чё такой быстрый-то? А, опять ты, блядь. Нахуй пошёл. Давай, иди сюда. Иди сюда, говно. Пиздать, сука. Спрятался за... Сука. Урод сраный. Меня где-то видят? Кто меня видит? Ага. Ха-ха. Хи-хи-ха. Ты чё, чучелоид? Ну все, кранты тебе. Я знаю, где ты. Я сейчас приду к тебе. У, сука, подожди, ща иду, я уже бегу. Беги. Все, больше нет? Сохранилось? Самое время... Сделать триумфальный прыжок, да? По-любому. Где он делается? Я забыл уже. Вот тут, по-моему. Да? Триумфальный прыжок, ребят. В этот раз даже лучше получилось. Он полетел аж. Нихуя ты там. А в оригинале, короче, я вот с этой штуки перепрыгнул. Просто вот так вот, знаешь. Вот так вот перепрыгнул. И вот так было примерно. Но с разбега было еще интереснее. Он еще и вперед полетел, блядь. Все, больше нет. Теперь идем к лошадям. Чего? Лошадь, вы что там? Ну, движок Uncharted. Что поделать? Вот такой он восхитительный. Я еще не удивлюсь, если здесь сквозь стены можно туда ходить. Только бы до нее не добрались. Какой-нибудь там анимации, как в первом Uncharted. Там можно было тупо спамить триггер и сквозь стены проходить. Нормальная тема. Ну, я думаю... Они бы говорили что-нибудь о том, что... Они ее поймали. Ну, возможно, следы.
И коня нет. Уранчо! Это наша лошадь. Она должна быть там. Спрятанные сосны. Спрятанные коралловые сосны. Нихера себе. Вроде никого. Погоди, еще не вечер. Так она их проехала? Только она раньше здесь была. В смысле... Осторожно. Элли? В смысле, она съебалась чуть пораньше. Ах ты, господи. Ты где? Я опять вампир. Ты где? Сэмми. Ты где, блядь, дуреха? Здесь что ли? Да какого? Где ты? Где ты прячешься? Мелочь. Здесь что ли? Ты тут? Там вот ничего. Чё ты убежал-то? Это правда всё, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Дневник что-то нашла. Так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Кто там, блять, еще? Двое на подходе. Внутри их еще больше. Я ищу здесь. Иди туда. Где ты? Сучара? Ой, сука, ты зря. Один тут? Классный такой. Пришел, блядь. Здорово! Сука, говна. Сучара еще назвал. Сейчас, блядь, разъебу вас всех. Еще ты там ножом меня резал? Да ты охуел, что ли? О, блядь, мне дали мачету. Наконец-то. Слышь, там это двое на подходе. Подожди. Осторожно. О, да, ухо. Ну давай. Тебя...
порядок. В доме чисто. Мистер Пропер, блядь. Назад к лошадям. Мистер Пропер веселее, в доме чисто, два раза быстрее. Или как там? Никого. Угу. Даже Элли, блядь. А, не, смотри-ка, идет. Помочь тебе? Я сама. Пошла. Здесь даже свет есть. Вот и дом. Хера себе. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко. В университете Колорадо. Гаудамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьёс, братишка. Пошла. Так просто. Сначала наговорить друг другу, а потом резко оп, забыть. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Феодор. Как это сложно. У меня белочка. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Что делать, когда у тебя белочка? Там белка была, вы не видели? Там белка сидела.